Фильм основан на реальных событиях. В 1985 году состоялась уникальная, самая драматичная, по общему признанию, экспедиция по спасению мертвой станции «Салют-7». Это были 20 тонн мертвого железа, которые крутились над землей и должны были на нее упасть с непредсказуемыми последствиями. Меня вдохновила история этих двух космонавтов, которые, находясь на грани человеческих возможностей, выполняют миссию, на которую возложила на них целая страна. Это очень сложный постановочный проект, сложно сочиненный технически. 40 минут фильма происходит в невесомости, что подразумевает за собой, конечно, кучу девайсов, на которых ты должен висеть, летать. Что сделали здесь художники, как это все организовано, меня это просто потрясло, потому что не часто такое встретишь в отечественном кинематографе. Жесткого человека, но при этом человек, который любит своих друзей, братьев, космонавтов, пытается заботиться о них, но при этом исполняет свой долг перед Родиной. Моя героиня – это будущая мать, жена космонавта. И, конечно, она не хочет, чтобы он улетал, чтобы он покидал ее. В какой-то момент стояла перед выбором, нравится ли мне больше роль жены космонавта или роль непосредственно космонавта. Я захотела быть космонавтом. Это по-настоящему круто, что я участвую в этом проекте. Где я еще сыграл бы инженера, космического, техника, математика, умницу, которая сам построила эту станцию? Я играю в образ достаточно жесткий и в чем-то даже циничный. И в результате событий, которые происходят здесь, персонаж этот раскрывается. И оказывается, это очень чувствующий и переживающий человек. Я поняла, что это... Абсолютно точно будет кино про человеческие взаимоотношения, о любви, о поступках, которые человек может сделать. Вот о чем, мне кажется, это кино.